Меня зовут Игорь Борисов. Я преподаю курсы направления веб-технологий. То, что вчера было элитарным, сегодня является банальным повседневностью. То, что вчера было доступно и востребовано узкими специалистами, сегодня доступно каждому. Каждый день мы используем всемирную паутину, службу всемирной системы объединенных компьютерных сетей. И если в вашей отрасли, в том, чем вы занимаетесь, присутствует слово «веб», то вы просто обязаны знать основы языка разметки гипертекста. Это один из китов, на которых стоит всемирная паутина. Это как таблица умножения для математики. Конечно, за 20 лет он значительно оброс функционалом, но это все-таки не язык программирования, и особых сложностей при его изучении возникнуть не должно. На нашем курсе мы научим вас основам работы с этим языком, постепенно продвигаясь от простого к сложному. Помимо курса, посвященному основам языка разметки гипертекста, у нас есть курс, на котором рассматривается его расширенный функционал. Несмотря на то, что курс называется «Основы HTML», кое-какие знания у вас должны быть. В частности, вы должны свободно владеть браузером и желательно уметь работать в обычном текстовом редакторе. Приходите к нам на курсы, мы вас научим, сложно не будет.